На улице Невского асфальт был проложен еще в советское время. Дорожное полотно требует срочного ремонта. В планах муниципальных служб вместе с реконструкцией дороги также и замена всей ирригационной системы и тротуаров. Всего на этот год на капитальный ремонт столичных дорог предусмотрено 291 миллион сомов. А это 27 улиц, общая протяженность которых более 16 километров. На сегодня дорожники в четырех районах Бишкека начали ремонтировать по две улицы. Списки формируются районными администрациями. На каждый район у нас рассмотрено по 4 километра дорог. Одновременно все 16 километров мы не можем закрыть. Исходя из этого мы с каждого района по две улицы начинаем, потому что у нас техника и рабочая сила на это рассчитана. Работа кипит и в Октябрьском районе столицы. Дорожники ремонтируют улицу Ауэзова и Валиханова. Длина этого участка составляет 1200 метров, ширина 8 метров. Реконструкция предусматривает замену остановок и водоотводной системы. До лета в этом районе запланировано завершение ремонта 6 улиц. По Октябрьскому району утверждена протяженность общей 4,5 километра, то есть 6 дорог будет делаться. Это Тисакиево, плюс в жилмассиве 2 улицы, 3-я, 6-я улица. И внутридворовой, в 4-м микрорайоне, в 5-м микрорайоне. И в село Кокджар от 7 апреля до завода Кумшагал. Там дорога протяженности 250 метров. Сейчас ведутся работы по демонтажу, и работает сейчас техника 8 единиц общей. Материалы для реконструкции используются местные. Асфальтобетонные смеси для дорожного покрытия выпускаются на двух заводах муниципального предприятия «Бишкек Асфальт Сервис». По словам специалистов, качество асфальта отвечает всем стандартам. Завод у нас прошел модернизацию. Сейчас компьютерное это программирование, через компьютерное программирование. И за качество следит у нас местная лаборатория и инженерная дорожная лаборатория, от которой относится мэрии. Как по качеству мы, у нас есть сертификат, постоянно следим. Я считаю, качество нормально. Помимо этого, ремонтные работы начаты на участках улиц Шевченко от улицы Дживек-Джолу до Мичурина, на улице Гражданской от проспекта Айтматова до Курманджандатки, улица Каховского от Тимура Фрунзе до Кривоносова, улица Васильева от проспекта Манаса до улицы Тюлебердиева и в Востоке 5, улица Армейская от Гизбаевой до улицы Мамбетова. Если в вашей улице требуется срочный ремонт, вы можете отправить фото или видео на WhatsApp столичной мэрии по номеру 0550-88-81-62. Улан Касенов, Азамат Джапаков, Алатау 24.